Сначала инструктаж, затем активная работа валиками и кистями. Десант волонтеров высадился в центре Курска. Операция по противодействию наркохудожникам в самом разгаре. Поле боя, гаражи, заборы и фасады домов. Без борьбы с наркоторговлей, к сожалению, мы не сможем построить здоровую нацию. А от этого зависит будущее нашей страны. Поэтому борьба с надписями, рекламирующими наркосодержащие вещества, наверное, одно из ключевых направлений деятельности наших молодежных объединений. Злоумышленники не гнушаются портить стены даже рядом с детскими садами и школами. Здесь юные куряне ежедневно наблюдали картины наркохудожников. Теперь надписи стерли. Их авторам грозят штрафы. На физических лиц он составляет от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических – до 1 миллиона рублей. В прошлом году было ликвидировано более 1000 надписей, правонарушителей привлечены к административной ответственности. Если вам стало известно факты незаконного оборота наркотиков, сообщите о них по телефону дежурной части МВД России по Курской области 368265 или 02, а также оставьте информацию в группе в соцсетях «Полиция Курской области». Всего в ходе рейда волонтеры уничтожили более 70 наркообъявлений. Работа будет продолжена. Станислав Костиков при содействии пресс-службы ОМВД России по Курской области. События дня.